Поздравляю ветеранов, всех наших россиян с праздником 9 мая, Днем Победы. Всегда помним, вспоминаем не только в этот день. Вас, дорогие наши ветераны, от всей души спасибо вам за мирное небо над головой, за каждую весну. Конечно, поздравляю жителей города Архангельска с Днем Победы, с великим праздником, настоящим праздником, народным праздником. Потому что и у меня мама блокадница, ее поздравляю. И желаю всем, особенно ветеранам, здоровья, здоровья и хорошего настроения всегда. Дорогие архангелогородцы, поздравляю вас с наступающим Днем Великой Победы и всем, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, с праздником. Здоровья, счастья, любви. Архангельску всем привет. Ура! Поздравляю всех жителей города, ветеранов, с наступающим праздником 9 мая. Желаю, чтобы дольше жили, чтобы больше оставалось ветеранов. И чтить память о былой войне, то, что мы победили. Я поздравляю с Днем Победы всех людей. И сожалею, у кого умерли родственники. Сердечно поздравляем жителей города Архангельска. Привет из Санкт-Петербурга. С Днем Победы, величайшей победы. С праздником Победы. Особенно я хочу поздравить свою свекровь, которой 93 года, Юдину Анастасию Михайловну. Крепкого здоровья, мы ее все равно очень любим. Поздравляем жителей нашего города с Днем Великой Победы. Конечно, хочется поздравить всех наших жителей города Архангельска с таким великим праздником, Днем Победы. Пусть мирное небо над головой будет всегда, не только в нашем городе, а во всем мире. Ну, здоровья всем, счастья, хороших улыбок, настроения, ну и хорошей погоды. Поздравляю всех жителей города с Днем Победы. Это замечательный праздник. Желаю всем большого счастья и радости.